Вот мы и снова на выставке зарубежной недвижимости Moscow Property Show. Это крупнейшее мероприятие в Москве, в котором участвуют компании из-за границы и представляют вам, дорогие гости, свои лучшие проекты. На выставку в ноябре приехали более 70 агентств недвижимости и девелоперов со всего мира. Более 25 направлений доступны посетителям на выбор. Это всеми любимая Турция, Арабские Эмираты, Грузия, Северный и Южный Кипр и набирающие популярность Индонезия и Таиланд. И даже Мальдивы с Доминиканской Республикой представлены на Moscow Property Show. И это далеко не все страны, доступные нашим гостям. Все супер, очень яркая, масштабная выставка. Очень нравится, что достаточно большое количество гостей, потенциальных клиентов. Поэтому мы обязательно будем вновь участвовать. В организации понравилось то, что достаточно лаконично, четко. Все очень удобно, понятно. Все расставлено, и организаторы молодцы, что они обделяют вниманием, то есть по любому вопросу есть какая-то поддержка, помощь, и технические настройки, и какие-то рабочие моменты, то есть все очень быстро реагируют и оперативно решают все моменты. Нам очень понравилось, мы уже участвуем второй или третий раз на этой выставке, могу сказать, что зал всегда полон потенциальных клиентов, людей, которые интересуются недвижимостью, которых привлекает зарубежная недвижимость. Также у нас здесь появилось очень много партнеров, которые готовы к сотрудничеству, так как Камбоджа развивается очень бурно. Поэтому у нас, в принципе, я готов уже закрывать свой стенд и уходить домой. Но на самом деле скажу по поводу, как легко взаимодействовать с организацией. На самом деле я обратился первый раз, когда в Property Show, Moscow Property Show, я просто им написал, мне предоставили всю информацию. То есть это было онлайн, я даже не знал ребят. Но на сегодняшний день я с ними знаком очень близко, они как друзья, они всегда отзываются в любое время суток, несмотря что у нас разное время, они всегда ответят, всегда помогут, то есть идеально, всем советую, я очень рад, что я здесь. Для гостей выставки, желающих жить в Европе, тоже найдется решение. Среди участников есть агентства из Испании, Германии, Греции, Португалии и Франции. Поэтому для тех, кто мечтает о собственной квартире в Каннах или Ницце, тоже будут предложения. Кстати, чтобы легально проживать в стране Евросоюза, не обязательно покупать недвижимость. Можно воспользоваться другими программами, которые позволяют оформить вид на жительство. И даже на этот случай у нас есть подходящий участник, который занимается иммиграционно-визовыми вопросами. Когда речь заходит о покупке недвижимости в другой стране, у клиентов возникают страхи. Но мы говорим с уверенностью, что наши участники – это проверенные и надежные компании, поэтому вам не о чем волноваться. Мы в восторге от этой выставки. Организаторы, как всегда, показали себя на высоте, очень лояльный, очень индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы из года в год участвуем уже более 10 лет в этой выставке, всегда остаемся очень довольны. В этом году нас выставка порадовала больше, чем обычно, так как очень хорошее количество участников, очень качественный состав участников. Обязательно приедем на эту выставку весной. Всем рекомендуем посещать выставку Property Show. На выставке участвуем каждый год. В принципе, очень довольны. Сегодня очень активный день был, вот только к вечеру немножко народ схлынул. Вот. В целом, спасибо организаторам, что собираете людей. Вот, будем приезжать еще. Интерес к нашим объектам есть, и мы надеемся, что люди доедут. Многие люди как бы хотят что-то приобрести, да, будем надеяться, что все сложится. Мы все время проводим семинары, рассказываем актуальную информацию о рынке Германии. Конечно, это спасибо тоже, что организовано, да, и для клиентов, я думаю, тоже интересно. Каждый год что-то меняется, какие-то есть новости, и мы с удовольствием рассказываем. Выставка очень большая, в этот раз очень хороший приток людей, всех тех, кто интересуется недвижимостью. Те сами участники на выставке очень позитивные. Мы здесь уже подружились с нашими конкурентами. Это правда, очень приятно, когда с тобой на выставке работают не только работники, но и люди. Это очень приятно. Нам очень понравилось, как быстро мы вошли, потому что мы с запозданием входили на выставку, и специалисты, организаторы нам помогли очень быстро решить эти все вопросы, дали нам лучше, как нам кажется, место, где мы себя чувствуем очень комфортно. И вот эта вот забота и внимание очень приятно. На Moscow Property Show гости могут бесплатно проконсультироваться со специалистами, узнать подробности об оплате, оформлении документов, о дополнительных расходах, а также о том, как социализироваться в другой стране. Например, устроить ребенка в детский сад или школу, поступить в университет или открыть собственный бизнес. Вопросы о стоимости проживания и медицинских услуг тоже не останутся без ответа.
Все экспоненты проживают за границей и по себе знают, с какими расходами можно столкнуться за рубежом. Да, нам все очень нравится. Мы не первый раз участвуем в выставке, потому что есть от этого хорошие результаты. Что нам нравится? Во-первых, то, что выставка дает офлайн-выступление. Мы можем заявить о себе, красиво рассказать, показать наши проекты, продемонстрировать их. Также очень хороший маркетинг у организаторов, потому что идут реально люди, которые интересуются в недвижимости, имеют опыт определенный. В принципе, мы получаем довольно хороший квал лиды, если говорить с точки зрения маркетинга. Я всегда смотрю с точки зрения отстройки бизнес-процессов, так как сама занимаюсь компанией оптимизации бизнес-процессов и понимаю, что такое мероприятие достаточно сложно организовать. Здесь нужно иметь хороший бэкграунд и в маркетинге, и в принципе в организации, поэтому мне нравится маркетинг, мне нравится то, как вы, видимо, позиционируете себя, позиционируете выставку, ваши каналы, они приводят очень хорошие лиды, очень хороших клиентов, которые, правда, готовы покупать здесь и сейчас и, собственно, понимают сам продукт. Это классно, спасибо вам огромное. Потрясающе. Я была на подобных выставках в других отраслях, и на самом деле очень принимающая публика, классно, много агентов, много инвесторов. В общем, мы очень довольны, ожидания превзошли. Ну, у нас довольно длительный цикл сделки, поэтому пока сложно сказать наверняка, но есть, да, действительно, есть несколько клиентов, на которых мы потенциально рассчитываем. Я бы, наверное, отметила в первую очередь доброжелательность всего персонала, первые отклики на любые просьбы, и в целом соседи у нас были очень тоже доброжелательные. Нам понравилось все, мы обязательно придем еще. Для экспонентов выставка Moscow Property Show дает много возможностей. Во-первых, это 4000 посетителей за 2 дня и сотни заинтересованных людей, в том числе профессиональные риэлторы. Во-вторых, участники могут проводить семинары, рассказывать о своих проектах и помогать будущим клиентам выбрать именно вашу компанию. И в-третьих, что несомненно важно, это сделки. Абсолютно каждую выставку экспоненты подписывают контракты и заключают сделки прямо на месте. Пару вилли были проданы, или, по крайней мере, мы подписали желание приобрести. Мы согласовали даже сроки, когда они приедут к нам. И именно вилли, то есть самые дорогие наши объекты, в районе 500 000 долларов каждый. За эти 2 дня прошло 5 сделок, которые мы заключили прямо за этим столом, то есть прямо на месте, поэтому, мне кажется, мы сполна получили результат этой выставки. Люди действительно приходят купить. Они приходят сильно купить, посмотреть, спросить. Они готовы сразу фиксироваться. Это вот прям отличительная черта. И мы на сегодня реализовали 2 квартиры. Я думаю, что еще не вечер, мы еще должны закрыть 1-2 объекта, потому что клиенты сидят, общение идет, ну и время позволяет. Заключение сделок в процессе, но удалось уже получить пару бронирований точно. Как видите, наши выставки работают. А если реклама уже не приносит вам новых клиентов, то участие на Moscow Property Show решит вашу проблему. Поэтому не откладывайте на потом. Бронируйте стенды уже сейчас на следующую выставку. Она пройдет 11 и 12 апреля 2025 года. Увидимся весной!